Так, вот смотрите, самокат Куга М4 Pro. В общем, катались. Вот, потом поехали на бугорчик, такой затяжной бугор. Я 100 килограмм, и дочка там 30, наверное, 20 с чем-то. Ну, до 30, в общем, килограмм до 130. Ехали, такой пух, как газ пропал, так тык, и все, и не едет. На газ нажимаю, так тын-дын. Ну, как тык-тык, как колесо вроде как начинает крутиться, и все. Вот. Вот такое вот произошло, потом все, на газурку не реагирует. И колесо, как катить даже было трудно. Вот сейчас оно вот как вот свободно крутится, а то было такое так тук-тук-тук, так тук-тук-тук-тук, как будто какой-то подшипник там, что ли. Сначала хотел лезть колесо уже разбирать, потом так вроде почитал в интернете, люди пишут, что на проводах силовые провода, плохая оплетка. Вот. Ну, в общем, пластмасску эту вскрыл, сразу вскрыл на колесо, вот, раз, сразу нормально. В общем, вот так, сейчас, вот, откопал эти провода, и вот оно и правда, как пишут, видите, вот оно здесь вот отпаялось, и вот здесь вот, оно нагрелось, и вот оно пропаялось, и на этом пропаялось, в общем, и вот они еще приплавленные, видите. В общем, тут такая, как что-то силиконовое, мягкое, вот эта термоусадка, вот, но она вообще никудышняя, оказалось правильно, как пишут. В общем, у кого есть самокаты, кто ездит, вот, оно со временем, видите, может не сразу, но у меня это уже сейчас 520 километров произошло, но лучше либо поменять, либо, ну, у меня сейчас нету никакой термоусадки, изоленты много намотать. Вот они провода, вот тут сразу в деке, вот она пластмассочка, которая переднюю снимаешь, и сбоку это на Куга М4 Pro. Вот, и здесь вот эти вот они поменять надо сразу. Ведь я не поменял, и потом, ну, хорошо, что так. Так что здесь слабую они поставили, конечно, это. В общем, если у кого-то такое что-то подобное не реагирует на газ, надо искать, в первую очередь разбирать деку, и вот оно будет.